Накал страстей был нешуточным. Всю финальную игру между командой «Альфа» из Анапы и «Новороссийской» был небольшой отрыв – 1-2 или 3 очка. Или поровну. Так что надежды игроков, тренеров и капитана на победу оставались до финального свистка. Ребята опытные, поэтому игра будет напряженная и интересная. Мы сделаем все, чтобы выиграть, чтобы кубок остался в городе-курорте. Три игрока «Альфа» имеют первый взрослый разряд, а вот остальные баскетболисты-анапчане – любители. Что, в принципе, не помешало команде обыграть 7 команд и выйти в финал. Конкурс трехочковых бросков, конкурс штрафных бросков. В рамках юношеского турнира победила команда «Витязь». В рамках мужского турнира, вот сейчас выясняется, финальная игра у нас проходит. Осталась одна половина, и в финальной игре встречаются команда из города Новороссийска и команда из города Анапа, команда «Альфа». 9 команд, 150 участников турнира боролись за новогодний кубок Анапы. Сильнейшими все-таки оказались наши соседи «Новороссийск». В конкурсе трехочковых бросков также впереди новороссийцы. А вот конкурс штрафных бросков выиграл анапчанин Евгений Перцев. Лариса Басова, Александр Кореневский, Анапа регион.